Гомельщина стане еще пригожейшей. Сёлета у областным центре и районах высадить амаль 40 тысяч дрэв. Клёны, бярозы, дубы. Новых саджанцев будет у 4 раза больше, чем летось. О планах по озеленению подчас брифингу рассказал старшиня комитета природных ресурсов и аховы навакольного осяроддя Андрей Сушчевич. Увогуле мероприемствы по наведению парадку на земле сёлета проходить вельми активно и у большей колькости, чем у минулые годы. Принять удел у их может литерально каждый, кто имкнется, каб навокал было чисто, пригоже и утульно. Причем колькость инициативных людей с каждым годом повеличивается. Яны убирают не только свои дворы, але и иншие засмеченные участки. Только б еще об этом частей задумывались те, кто сметить, гучить на брифингу. До речи, до организации больше активной работы по наведению парадку закликают старшинь товариства уласников. Было б добро, каб яны сбирали жыхароў домов на такие мероприемствы. Особный акцент на якости наведения парадку. В Гомельской области продолжают проводиться мероприятия по наведению порядка на земле. Они в данном в текущем году достаточно сильно активизированы и проводятся во всех населенных пунктах, на фермах, на механических дворах хозяйств, а также в населенных пунктах. Хотелось бы здесь, конечно, обратить внимание на то, что в наведении порядка начинают участвовать не только предприятия своими работниками, но и инициативные граждане. Это, значит, да, достаточно такое большое количество людей, которые объединяются, выходят на в свободное время и приводят в порядок свои дворовые территории. У Комитете природных ресурсов и аховы навакольного осяроддя дзейнічае гарачая линия по номеру 23-24-98 можно поведомлять об фактах порушения природоохранного законодательства.